фотосессии для цветочного магазина, и я тоже захотела снять небольшое видео об этом. Смотрите, вот такую вот индивидуальную упаковку для цветов мы разработали самостоятельно. Есть три варианта. Вот такие вот сумочки, вот такого плана, сумочки для цветов и вот такого вот плана корзинки, которые также можно сделать с индивидуальными ручечками. И вот такого плана букета мы делаем. Делаем мы из искусственных цветов, потому что с настоящими цветами они очень быстро вянут. И каким образом мы это делаем? Мы берем вот такую вот специальную губку, засовываем ее в коробку и далее уже по одному начинаем вставлять цветы. В общем, друзья, готовимся к фотосессии. Когда будет фотосессия, покажу вам тоже. Вот такие вот красивые букеты у нас получаются. И вот таким вот образом мы их делаем. В общем, получается очень-очень красиво, с такой вот оригинальной, интересной упаковкой. Все эти цветы мы заказали на одном из турецких сайтов. И наш дизайнер готовит вот такие вот красивые букеты. Для этой же компании мы сделали и наклейки для коробок, и визитные карточки, и вот такие вот красивые ленточки. В общем, процесс декорирования цветов у нас завершился. Вот так вот выглядят наши цветы. Красивые букеты с такими длинными коробочками. И, как я уже говорила, даже вот эти вот ленточки мы сделали сами, разработали дизайн. Еще есть вот такая вот черненькая коробочка. Видите, как все красиво смотрится и продумано. Можно использовать и с большими цветами. Падает наша ленточка. Ну ладно, ничего страшного. Можно использовать вот с такими вот маленькими цветами. То есть это такая интересная подарочная упаковка. В общем, друзья, если вам нужен какой-то индивидуальный дизайн и что-то красивое, мы можем сделать буквально все из ничего. Поэтому вот такие вот красивые букеты у нас получились. Вот таким вот образом, я вам уже говорила, мы делаем вот эти букеты и вот так вот вставляем цветы. И, кстати, это тоже вам идея на любые праздники. Своим женам можете купить вот такую вот оригинальную упаковку, купить специальную форму и подарить вот такие вот красивые букеты. Очень-очень их легко делать самостоятельно, поэтому мужчины и женщины, посмотрите, какая может быть оригинальная упаковка для цветов. Ну и, конечно же, сейчас будем делать дизайн вот этих вот коробочек. Один из последних наших букетов инсталляции получился, наверное, самый-самый красивый. Ну, все, мы заканчиваем и идем пить кофе. Осталось совсем чуть-чуть поработать. Мы решили немножко передохнуть и пришли попить чай в лобби газеты «Ени Алани». Вот таким вот образом выглядит у них лобби. Очень-очень здесь красиво. Но я думаю, что из прошлых моих видео вы видели. Вот такой вот символ газеты «Ени Алани» в компании TV. В общем, мы пришли попить чай. Получается, у нас очень интересная творческая фотосессия. Надеюсь, и вам понравится. Обязательно
подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке. И, в общем, я очень устала, но получается очень классно. Потом в Фейсбуке я все это дело выложу. Насыщенный день такой сегодня, поэтому пьем чай и опять идем работать.